Полицейские вместе с медиками проверили водителей на усталость. Цель ночного рейда – призвать автомобилистов обращать внимание не только на техническую исправность транспортных средств, но и на собственное состояние. Работники скорой медицинской помощи проверили у водителей артериальное давление, пульс и сатурацию. Чтобы выявить признаки утомления, дают рекомендации по отдыху. Департамент полиции Северо-Казахстанской области совместно с сотрудниками областного центра скорой медицинской помощи продолжается рейдовые мероприятия по проверке состояния здоровья у водителей большегрузных пассажирских автотранспортных средств. Данные мероприятия будут проводиться на постоянной основе. Из общей мировой практики известно, что усталость водителей – одна из возможных причин ДТП с тяжкими последствиями. Опытные автомобилисты хорошо знают это. Кокшетауский водитель Андрей, приятно удивленный вниманием северокостанских полицейских, делится своим опытом. В дороге чаще всего 2-3 часа отдых, там 2-3 часа отдых. И в общие сутки я стараюсь не больше 7-8 часов за рулем сидеть, потому что в любом случае организм устает. И поэтому так что берегите себя. У вас есть семья, и она ждет дома или всегда с вами за рулем. За 4 дня на дорогах области стражи порядка остановили 17 пьяных водителей. Выявили 1438 нарушений правил дорожного движения. В их числе 182 факта превышения скорости, 18 проездов на запрещающий сигнал светофора и столько же нарушений правил маневрирования. Полицейские убедительно просят всех участников движения неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Камила Карим при содействии пресс-службы областного департамента полиции.